Весна – прекрасное время года, время возрождения, обновления, хорошего настроения и радостных улыбок. Прекрасен март весенним пробуждением, прилетом птиц и теплым ветерком, и робким солнечным прикосновением, что льется с неба тонким ручейком. Но более всего весной чудесно – 8 марта – светлый женский день, когда стихами, прозой или в песне поздравить женщин с праздником спешим. Дочь, бабушка, супруга или мать, дороже нет этих прекрасных слов. Мы будем их сегодня поздравлять, здоровья, счастья вновь желать. Добрый день, дорогие наши друзья! Здравствуйте, дорогие мамы, бабушки, девочки, девушки, сестрички, наши доченьки, наши милые женщины. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем зале на праздничном концерте «Мелодия весны». И сегодня, в преддверии праздника весны, мы хотим высказать вам свою глубокую любовь, уважение и великую благодарность. Пусть этот первый праздник весны подарит вам силу, бодрость, любовь и удачу, а мы от всей души постараемся подарить вам прекрасные песни. И сейчас мы на сцену приглашаем Валерия Сажин с песней «Стау Одеся ор пегындур». Se ori pe gânduri și gândesc primăvara, florile cum înfloresc, pe câmpie mielușei zbur de după mama lor, păsărelele își cântă cântul lor. Pe câmpie mielușei zbur de după mama lor, păsărelele își cântă cântul lor. Îmi aduc aminte și de mama mea, cum zburdam eu fericit pe lângă ea, cu iubire pe genunchi ei apoi mă așeza
și pe obrăjori cu drag mă săruta. Cu iubire pe genunchi ei apoi mă așeza și pe obrăjori cu drag mă săruta. Multe lacrimi ai vărsat cât m-ai crescut, multe nopți tu nedormite ai avut. Când eram în suferință, mamă dragă, te rugai și cu inima zdrobită mă priveai. Când eram în suferință, mamă dragă, te rugai și cu inima zdrobită mă priveai. Mamă dragă, astăzi dacă te-aș avea, nu doresc în astă lume altceva. Căci de dorul tău, mamă, sufletul întinjește greu și-mi-e dor să ascult din nou iar glasul tău. Căci de dorul tău, tată, inima întinjește greu și-mi-e dor din nou să aud iar glasul tău. Mamă dragă, astăzi tu departe ești, iar obrajii mei de lacrimi se topesc. Și de-a tu mi-aștept eu ziua să te văd cât mai curând, căci mi-e dor din nou în brațe să te strâng. Și de acum aștept eu ziua să te văd cât mai curând, căci mi-e dor din nou în brațe să te strâng. Iar pe nori când, Doamne, Tu vei apărea și cu mama sus spre ceruri vom zbura, vor rămâne amintiri ce nu se vor uita nici când. Am avut o mamă scumpă pe pământ. Vor rămâne amintiri ce nu le vom uita nici când. Am avut o mamă scumpă pe pământ. Fiți sănătoase, stimate mame! Наверное, вы слышали такой афоризм. Все, что есть в жизни прекрасного, это... Правильно, вот кто слышал, тот говорит, это мы. Это действительно так. Природа наделила женщину удивительными способностями, умение творить настоящие чудеса. Да, женщина – это явление уникальное и неповторимое. И это проявляется во всем. В выражении ее лица, в звуке ее голоса и в движении ее рук.
Недаром ее часто сравнивают с цветами, доставляющим людям радость. И именно ей спешат подарить любимые первые весенние цветы. И вместе с теплой погодой и хорошим настроением весна принесла любимым всем женский праздник 8 марта. День 8 марта – это рассвет весны. И в этот праздничный день приятно окружать заботой, вниманием и стихами, поздравлять представительниц прекрасного. И сейчас мы на сцену приглашаем группу «Скала» из города Камрад. Они исполнят два произведения – песня «Семья» и песня «Мама».
мира нас в нем. Помнишь наши игры, помнишь все обиды, почему, зачем? И все казалось важным, все казалось главным нам 15 лет. И что бы ни случилось впереди, навсегда ты в сердце сохрани. Маленький наш дом, и мама с папой в нем. Все мы разойдемся, кто куда, Богом так устроена земля. Только навсегда останется семья. Если вдруг обрыв или подъем, Господу мольбе мы припадем, и утихнет буря и беда. Только навсегда останется семья. Только навсегда останется семья. Любви и счастья, материнской ласки, добрый взгляд отца. Никогда ничем мы не оплатим за любовь родителей своих. Пусть вам Бог воздаст и сам благословит. Все мы разойдемся, кто куда, Богом как устроен. Только навсегда останется семья. Если вдруг обрыв или подъем, Господу мольбе мы припадем, и утихнет буря и беда. Только навсегда останется семья. Только навсегда останется семья. Праздником, милые женщины. У любящей женщины сердце всегда наполнено чем? Любовью, а еще? Надеждами. И чтобы убить их, нужен не один удар кинжалом. Она любит до последней капли крови. Кто, как не женщина, заботится об уюте, здоровье своих родных и близких? Но принято считать, что мужчина – глава над женщиной. Мужчины первыми придумали лампочку, соорудили диван, охотились, прокармливая свое семейство.
Но что мужские труды стоили бы без быстрых и ловких женских рук? Именно женщины первыми соорудили красивый абажур для той же лампочки, соткали уютный плед для дивана, а из пойманной мужчиной дичи приготовили для него божественный обед. Женщина – цветок, источник света, таинственная, нежная, прекрасна и горда. Ты пламя очага, тепло семьи и дома. Ты свет, что на земле не гаснет никогда. И для вас, милые женщины, на сцене Вячеслав из города Камрата и его песни следующей. Первое – посвящение жене и бездонный океан любви. Здравствуйте. Ты счастье миг, ты миг забвения, ты радость мун и красота. И нежность, скромность, озарение, моя желанная мечта. Весь мир окутан чистотою, прозрачность, словно белый снег. Позволь мне рядом быть с тобою, мой добрый, милый человек. Ты та, которую искал, ты в моей жизни идеал. Ты как дыхание нужна. Слава Богу, ты моя жена. Слава Богу, ты моя жена. Горькие минуты расставания шепчу тебе, моя любовь. Жизнь без тебя лишь ожидание, чтобы тебя увидеть вновь. Ты та, которую искал, ты в моей жизни идеал. Ты как дыхание нужна. Слава Богу, ты моя жена. Дорогие женщины, мужчинам без вас никак. Если вы рядом, тогда мы можем и звезду с неба достать. Та, которую искал, ты в моей жизни идеал. Ты как дыхание нужна. Слава Богу, ты моя жена. Слава Богу, ты моя.
мысли все о тебе. Ты прикоснулся силой и исцелил во мне каждую боль мою, каждую рану. Я поделюсь с тобой каждой своей мечтой, все, чем пылает сердце, я поделюсь с тобой мыслями и душой. Я улетаю. И мое сердцебиение, ты мой пульс внутри, мой корабль на волнах твоей любви. Мне тобою не напиться, мой бездонный океан, весь мой путь длиною в жизнь тобою дан. Ведь мой путь длиною в жизнь тобою дан. Разукрасил мир, в котором я живу, красками цвета неба выкрасил жизнь мою. Я не могу молчать, силу во мне яви свою. И мое сердцебиение, внутри, мой корабль на волнах твоей любви. Мне тобою не напиться, мой бездонный океан, весь мой путь длиною в жизнь тобою дан. Ведь мой путь длиною в жизнь тобою дан. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Наш русский язык очень богат и разнообразен прекрасными выражениями и словами. Но все-таки среди всех этих слов на первом видном месте стоит самое красивое, самое прекрасное слово «мама». И не потому это слово «мило», что оно мелодично звучит, а потому что оно соединяет в себе любовь, верность, преданность и самопожертвование. Мама для каждого из нас – это начало жизни, основа семьи. Она охраняет семейные традиции и оберегает семейный очаг. Дорогие наши мамы,
Будьте счастливы безмерно. Каждый день пускай ваш будет радостен неимоверно. Чтобы были все здоровы, вы, мужья и ваши дети, веселы, бодры, красивы и в лучах любви согреты. А сейчас мы приглашаем на сцену нашу самую юную участницу. И исполнит она песню «Мама». Твои руки, моя родная, ты ж не всех на свете, я точно знаю. В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце. Обними меня покрепче, хочу согреться. Мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне ведь большего не надо, мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости, ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом. Ты всегда поддержишь и успокоишь, и от зависти и злости меня укроешь. Я люблю тебя, ты ангел, тобой живу я. С благодарностью я руки твои целую. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все. Мамочка, прости, ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Душе светло. Мамочка, родная, как с тобой тепло. Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровой, мамочка, была. Жизнь мне подарила, мамочка моя, больше всех на свете я люблю тебя. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости.
Кто из сидящих в зале любит инструментальную музыку? Я думаю, что инструментальная музыка многим нравится. А вы знаете, что музыка – это большая сила? Музыка является неотъемлемым атрибутом человеческой жизни. И благодаря музыке мы можем поднять себе настроение так быстро, как никаким другим способом. Музыка очень важна для всех. И сейчас давайте вместе с вами будем поднимать наше настроение. И мы приглашаем на сцену наших гостей Андрея и Геннадия.
Что для вас значит слово «семья»? Семья – это дом, папа и мама, это близкие люди, это общие заботы, это радости и общие дела, это любовь и это счастье. Семья – это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Так устроен человек. Женщина – хранительница семейного очага. А этот день – это еще одна возможность поклониться нашим мамам, оценить их любовь к нам, услышать их призыв к миру и к благоразумию. Руки матерей сотканы из нежности, и дети спят на них спокойным сном. И сейчас вы услышите песню «Две свечи. Папа, мама – это вы». Кому мы можем,
жаловаться на свои невзгоды, как не маме, сердце, у которой всегда отзывчиво, кто радуется вместе с нами выпавшему на нашу долю счастью, опять-таки мама. И после этого не будет ошибкой, если мы будем утверждать, что человек богат, пока у него есть кто? Мама. Берегите своих матерей. Берегите своих матерей. Уважайте, цените, лелейте. Окружайте любовью своей. И душою, и сердцем болейте. Мы богаты, пока рядом мама. К ней приходим, когда все опостыло. Ей достаточно просто обнять, прошептать: «Я с тобою, мой милый». В заботах своих ночь настала, а ты не спишь, все тоскуешь одна. Мама милая, мамочка, как сейчас мне нужна. Мама, мама, мамулечка, как зовет дочка твоя. Каждый миг сохрани ее для меня. Но порою случается, если дочка больна, ты не спишь, Богу молишься, как ее там дела. Я ценю твою преданность, ты родная моя. Мама, роднулечка, я должница твоя. Мама, мама, мамулечка, как зовет дочка твоя. Мама, мама, мамулечка, я кровинка твоя. Нет на свете всех преданней, говорю вам, друзья. Боже, я молю каждый миг, сохрани ее для меня. Мама, мама, мамулечка, как зовет дочка твоя. Мама, мама, мамулечка, я кровинка твоя. Нет на свете всех преданней, говорю вам, друзья. Боже, я молю каждый миг, сохрани ее для меня. Спасибо нашим матерям за нежность рук и за заботу, и за умение хранить в семье прекрасную погоду. Мы не устанем. Мы не устанем говорить спасибо матерям любимым и в сердце образ их носить, как свет звезды неугасимой.
Пусть ваша самоотверженность, терпение, труд вернутся заботой и благодарностью ваших детей и всего общества. Спасибо вам, дорогие мамы. Примите самые искренние, сердечные поздравления с праздником. И на сцену мы приглашаем Балкан, Ину и Влада, чтоб исполнили песню «Не обижайте близких». У мамы самые нежные, добрые, ласковые руки. Они все умеют.
У мамы самое верное и чуткое сердце, и в нем никогда не гаснет любовь. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько не было бы тебе лет, 5 или 50, тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее нежный взгляд. И чем больше твоя любовь к твоей маме, тем радостнее и светлее твоя жизнь. Доверяя Богу, и молитва матери летит с верой и надеждой, и огонь в окне ее горит, как прежде. Самая прекрасная на земле в нашей жизни добрый свет. Мне тебя дороже и роднее. Все так же молода, и пусть Бог хранит тебя, мама. Ни тревожных, ни ночей без сна много в жизни было. Но повсюду нас любовь твоя от беды хранила. Добротой и нежностью наш мир ты оберегаешь. Бога за тебя благодарим, родная. Самая прекрасная на земле в нашей жизни добрый свет. Мне тебя дороже все так же молода, и пусть Бог хранит тебя, мама. Прекрасная на земле, самая прекрасная на земле, в нашей жизни добрый свет, мне тебя дороже и родней, мама. Пролетают быстрые года, только ты все так же молода.
уважаемые гости, уважаемые друзья, многоуважаемые женщины. Позвольте нам поздравить вас еще раз весной. Хотим сказать, что сегодня мы пришли в этом доме для того, чтобы сказать вам спасибо за то, что вы выросли нас, за то, что вы заботитесь о детях, даже если они взрослые. Мы бы хотели сегодня вам сказать, чтобы вы это услышали, потому что очень важно сказать мамам, женам, дочерям, бабушкам, пока они живы, сказать «благодарю». Сколько любви, сколько жертвенности в вас. И как священнослужитель я бы хотел сказать, что Бог очень сильно ценит женщин, вообще родителей. Бог дал даже специальную заповедь, которая гласит: «Почитай отца и мать». Люби маму, папу, люби, пока они живы, пока они слышат тебя, пока они видят тебя. Уважаемые дети, звоните вашим мамам, звоните вашим папам. Я, к сожалению, не могу звонить моему папе, потому что, когда мне было 7 лет, он ушел из жизни. Но у меня есть и мама. И когда началась весна, я сразу позвонил и поздравил ее. И поздравлять мам и дарить цветов надо не только весной. Поэтому от всего сердца мы поздравляем вас. Бог говорит: почитай маму, люби жену свою, заботься о ней. Это Божья позиция. Я бы хотел вам прочесть один библейский текст. Все мы верующие люди. Этот текст – слова Бога, обращенные к вам. Это лично Его слово, которое звучит специально для вас. Это Его, как сегодня говорят, месседж, Его сообщение для вас. Он говорит так: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укрепляю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Помните, что тот, кто вас создал такими, любит вас». И поэтому в этот день, когда мы смотрим на творение Божье, то есть на женщин, наверное, неправильно будет не вспоминать кого? Творца, тот, кто вас создал такими милыми. Я бы хотел сейчас исполнить, уже мы приземляемся, уже мы почти заканчиваем. Я бы хотел исполнить произведение очень известное, записанное в 1984 году. Она стала очень популярна, она даже была в топ-500 песен всех времен. Называется на английском «Hallelujah», то есть «Аллилуйя». Она очень известна еще по мультфильму «Шрек», возможно, вы слышали. Поэтому слово «Аллилуйя» значит с еврейского, с древнееврейского «Слава Богу». Итак, произведение «Во славу Богу» для вас, милых женщин. Спасибо, Бог, что ты со мной, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в мире день, за каждый новый вздох мой аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Спасибо, Бог, что ты со мной. За каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минуты неумолимый бег, за свет в моем окошке. Аллилуйя, аллилуйя.
прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут всем вопреки, с собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром, и просто быть за благо этой жизни. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Богу, слава Богу за вас, за то, что Он создал вас. И я бы хотел уже под конец пригласить хозяина этого места. Я бы хотел пригласить нашего примаря Валентина Владимировича. Когда я обратился к нему с просьбой, чтобы провести здесь мероприятие, он сказал, двери всегда открыты. Поэтому он всегда дружелюбен, всегда открыт. Благодарим местной администрации, благодарим консилиуму, который тоже организовал эту встречу. И также, господин примар, мы благодарим вам за то, что вы приняли нас, дали нам возможность здесь провести эту программу. Вам слово. Вы же наши люди. Вы же наши люди, отказывать нельзя свои. Я сидел с директором Дома культуры, и вот мы здесь поспорили с ним. Я ему говорю, что у вас нет человека, который занимается пением. А он доказывал мне, что такое невозможно. Такие голоса, где тембр, женщины поют все втроем, и у них тембр голоса один, а у мужчин другой. Такое невозможно. Ну, подтверждение тому, что Оксана сказала, что такое возможно. Они сами тренируются, нет никакого учителя. И это очень радует, что такие голоса есть у нас в городе. Я всегда говорил о том, что я хожу во все церкви. Для меня все люди равны. У каждого своя вера, но Бог один. Он остается, был и есть всегда один. И он тот, который нас всех оберегает. Дорогие женщины, разрешите от лица всех мужчин этого города, нашего, и всех присутствующих здесь, которые сегодня находятся у нас в гостях, поздравить вас с этим замечательным женским днем. Пожелать вам крепкого здоровья, любви, счастья. Пожелать вам, чтобы вы жили только под мирным небом, и чтобы вас ценили те мужчины, которые находятся рядом с вами. Спасибо вам за ту любовь и доброту, которую вы дарите нам. И, конечно же, что ваша любовь к мужчинам никогда не угасала, так как эта любовь делает нас более сильнее и мужественнее. Спасибо, что вы есть. Любви вам, добра и счастья. Но всем, кто устроил этот действительно замечательный праздник, большое спасибо. И независимо от того, кто здесь присутствует, мы всегда будем рады и будем открыты для вас. Делайте эти праздники побольше. Это праздники любви, добра. И они, может, объединят нас в последующем и сплотят нас, чтобы мы были и жили в одной большой семье. Большое спасибо, а особое спасибо это нашему гитаристу сегодняшнему и саксофонисту. Я действительно насладился
Я всегда мечтал, чтобы на каком-то из моих личных праздников играл гитарист и саксофонист. Но еще очень мне нравится скрипка. Я надеюсь... Наш концерт подходит к концу. Сегодня мы постарались подарить вам букет из прекрасных, нежных слов и пожеланий. И мы надеемся, что сегодня у каждого из вас на душе стало хоть чуточку теплее. Шалом!